Друзья, всем привет! Сегодня 17 июля. Мы в Архипо-Осиповке, как и всегда. И сейчас я хочу вам показать, какая у нас погода, как у нас вообще обстановочка. Прогуляться по улице Пограничной и показать вам море, чтобы вы были в курсе всех дел. Вот смотрите, я сейчас нахожусь, где Роза Ветров. Шведский стол, кафе, очень хороший отельчик с бассейном. Очень там все так аккуратненько, хорошо. Кроп пиво, фирменный магазин. Если кто знает, то приходите сюда. Продуктовый магазин. О, смотрите, яблоки. Видимо, нектарин еще продается. Вот так вот. Гриль можно купить. Шашлык акция. Всякая выпечка тут разная. О, пить. Смотрите. Цены на пиццу. Давным-давно я не кушала пиццу. Вот так тут можно заказать. Я тоже где-нибудь, наверное, в ближайшее время закажу. С прошлого года я не ела пиццу. В прошлом году напеклась ее столько много здесь, в Архипо-Осиповке. Поэтому дома для своих даже не делала. Экскурсии, купальнички разные. Кто-то меня просил поснимать именно купальники. Вот, пожалуйста. Так что не переживайте, купальников много. Приедете и купите купальник без проблем. Так что вот Смак столовая. Мы, по-моему, одну уже снимали. Это возле аквапарка. Всякие вкусняшки, тортики. Выпечка, блины. Вот еще пицца. Так, ну сейчас по интерьеру пройдусь. Тут мне очень нравится интерьерчик такой. Очень приятный. Тут тенек, можно посидеть. Микроволновочка, если что-то хочется подогреть. В общем, так миленько тут. Напротив Шахерезады, которую я вам уже показывала в прошлых видео, можете найти и посмотреть. Прям именно обзор Шахерезады. И тут кафе Прованс. В общем, столовая Смак плавно переходит в кафе Прованс.
Атланта гостиница. И тут есть магазин продуктовый. Не маленький, тут так прохладненько. Все, что нужно, можно купить и здесь. И колбасы, и сыры, и закуски. Все, что угодно. Даже молочные продукты. Вот видите сами, что я вам показываю. И соки. Вот тут та самая шаурма. Гира. Смотрите, по какой цене. Очень вкусно. Тут очень любит мой Тимурчик кушать. Экскурсии тут. Рыночек с разными вещами, вязанными из хлопка. Здесь очень интересно. Вот смотрите, какая джинсовочка висит. Приятный цвет. Тут тоже вот магазинчик есть. О, здесь даже вино продается. Посмотрите. За качество, конечно, не могу ничего сказать. Здесь раки вкусные. Раковарня. Тоже я вам снимала ее в прошлых видео. Там много разной рыбы и пива. В общем, хороший выбор. Раки тоже разных размеров, цены, соответственно, разные. И вот мы уже пришли к центру. Легенда. Столовая Кашалоп. Вот такая вот Архипоосиповка сегодня. Очень я люблю Архипоосиповку именно в разгар сезона, да и не только. Если, друзья, вам нравится тоже Архипоосиповка, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди еще сезон весь, будет еще много-много интересного. И на самом деле не знаешь, что ждать от сезона, и каждый раз что-то он новенькое приносит. Вот температура воды 23 градуса, а воздуха 30. Давайте зайдем на центральный пляж.
Здесь можно под навесиком полежать, очень комфортно. Но количество туристов, я скажу, уменьшилось по сравнению, скажем так, с тем, что было 2 недели назад. Это 50% того. Потому что там вообще было столько всяких лежаков, настилок, что даже пройти было с трудом. А сейчас свободно можно ходить. Ну так, в связи с чем стало меньше людей, я могу только предполагать, может быть, люди издалека боятся ехать, не хотят ставить прививки или сдавать тесты. Все-таки, скорее всего, из-за этого. Потому что в прошлом году в это время очень много было людей. 2 недели назад было очень много людей. Также я снимала прошлое видео, можно посмотреть и сравнить. Я еле пробиралась по берегу. А сейчас вот. С каждым днем море все чище и чище становится. Мы вчера купались, сегодня, скорее всего, тоже будем купаться. Водичка тепленькая была. Воздуха 31 показывает. Ну, жарко. Такие тут развлечения для детишек и не только, и для взрослых. Призовой тир. Массаж. Детские батуты, развлекательные комнаты, лабиринты, бассейн такой интересный. Бильярд. Для тех, кто любит бильярд. Очень хорошо, что можно поиграть. Пожалуйста, массажик. Тут прям вон. На берегу. Это лечебный пляж, мне тут нравится, очень тут спокойно. И мне тут нравится тем, что тут в море песочек. Заходишь, наверное, там в метр, а то меньше, галька. Ну и потом уже хороший такой приятный песочек. Ножки кайфуют. Здесь я, наверное, возьму себе покушать сейчас в этой столовой. Я тут брала в прошлом году постоянно картошечку и гуляшек. Тут достаточно так неплохо кормят, вкусненько. Я не знаю, там, наверное, цены не видно.
действительно сейчас попробую заказать. А скажите, пожалуйста, с чем у вас гуляшек? А можно будет с собой картошечку, пюре из говядины гуляша? Ну вот, взяла себе гуляшек с картофельным пюре. Порция обошлась мне 180 рублей. Посмотрите. Села я с видом на море. Сейчас буду кушать, смотреть на море. Вот такая обстановка. Ну, мне приятного аппетита, вам приятного просмотра. Покушаю, скажу обязательно, как мне вообще нравится. Нравится, но персонал тот же, как в прошлом году работает. В прошлом году мне очень нравилось. Я брала с собой, даже уносила на берег, если мне нужно было посидеть, где вот лодочки ходят, переплывать туда. Ну, в этом году первый раз, так что будем пробовать. Гуляшек из говядины. Мне очень нравится. По-домашнему так. Вот везде, где я ела, как-то вот здесь мне почему-то полюбилось с прошлого года кушать. Там и порция такая хорошая, и цена как бы очень меня устраивает, потому что много где только один гуляш, то есть 170 без картофельного пюре. Например, в столовой «Радуга» там гуляш 170, по-моему, как бы не больше, плюс еще картофельное пюре рублей 50, так что выходит за 220 рублей. Вкусно, вкусно. А еще с видом на море, еще вкуснее. Классно. Вот так вот бильярд отыграет. Вот я и перекусила, было очень вкусно. И пошла дальше вам показывать архипосик. Электронные сигареты. Пожалуйста. Мохито. Яхта. Да, в прошлом году и позапрошлом мы на ней совершали прогулки. Там такие сеточки, на них прям можно полежать. А когда волны, прям волны тебя окутывают в чистеньком открытом море. Анастасия, красавица. Thank you.
Еще бы хотела сказать, что скорее хотела призвать к тому, чтобы не боялись ехать сюда. На улице никто не останется, даже если у вас нет прививок и нету тестов. Частный сектор принимает туристов, поэтому не бойтесь. Видно просто по людям, что меньше стало людей. Наверное, все-таки не все такие смелые. А если вам нравится мое видео, нравится, что я вам показываю, не забывайте писать комментарии. Пишите, насколько вам нравится Архипова Осиповка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я буду рада ответить на комментарии, почитать их. Очень интересно. Ну, а на сегодня моя прогулка подходит к концу. Так что не забывайте ставить лайки. В общем, вам всего хорошего. Хорошего настроения, улыбок, хорошего отпуска. Всего доброго. До новых встреч.